Итак, друзья, мы уже в Болгарии. 2 часа 20 минут от нас поезд отправляется в Ростов-на-Дону через Краснодар. Вот. Так что вокзал такой маленький, в аэропорту находится. Вот расписание. Первый поезд 2.02. Уже 20.00. Вокзал. Маленький очень. ЖД вокзал города Краснодар. Площадь есть тепло. Я в Краснодаре. Сейчас поеду. Вот такой номер у меня в гостинице. Вчера снял. Вот. Интересная кровать. И вот из окошка моего видно, вот стадион, вот там парк, туда пойду. Кошечек спит. Девочка и мальчик. Как звать? Маруся. А у меня кошка на площадке, ковидка зовут. Отель Багратион. Вот шашлык, такая порция с грибами. Прикольно. Принесли салат, порция огромная. Пробуем салат.